Приветствую, друзья. Самооптимизация – самое актуальное слово сегодня во всем мире. В условиях неопределенности, кризисов, войн, вообще при столкновении человека с неизвестностью, естественно, он должен уметь управлять своим состоянием. Первая книга моя в 90-м году была в СССР «Ключ к себе», и там я писал о саморегуляции. Теперь можно говорить о самооптимизации. Но это по существу раньше назывались и такими словами, такие явления, как повышение своей эффективности, человеческий фактор при этом. А видите, у меня картина какая? Это вязальщица. У меня в центре защита от стресса. На таганке висела 25 лет. А видите, она вяжет. Вязальщица. А кто-то мне это говорил. Вяжет жизнь. А вот смотрите, там крылышки, да? Но это сигнал, там крыльев-то нету, но как бы обозначены. И поэтому картина получилась как икона. Вот такая вязальщица. Ну, прекрасная картина. Это, видите, ребеночку что-то вяжет. Я долго искал, как вот этот цвет здесь найти, и потом нашел, что цвет такой же, как здесь. Долго искал, целый год. Ну, а теперь до встречи.